Полезный город. Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Напротив меня Евгений Хомяков, эксперт, консультант магазина «Колба». Приветствую, Евгений. Добрый день. С советских времен утвердился стереотип, что продукт перегонки представляет собой такую малопривлекательную, непрозрачную, мутную жидкость, обязательно в большой стеклянной таре. Употреблять ее не очень приятно. Ну, а что же на самом деле? Вы, как профессионал, наверное, можете рассказать, что далеко ведь этим все не ограничивается. Конечно, это штамп. Истинный продукт, он прозрачен, он чист, и на его основе можно делать множество интересных напитков. Например, все, что связано с фруктами, ягодами и травами, просто добавляй, жди и наслаждайся. То есть можно фантазировать и в плане ингредиентов, и в плане их соотношения, то, что все, что угодно, вот как на душу ляжет, что называется, да, можно все это пробовать. Конечно, мы и наши клиенты, мы все очень творческие люди, мы очень любим экспериментировать. Вот, например, благодаря готовым наборам трав и специй можно готовить абсолютно любой напиток, который вы видите на прилавках магазинов. Туда уже изготовитель заложил все необходимые ингредиенты в оптимальных пропорциях. Вам не нужно никуда ползти, ничего искать, все уже там есть. И получается натуральный напиток с отличным вкусом и ароматом. Ну и к тому же не обязательно покупать, можно же самостоятельно, да, заготавливать эти же травы, фрукты, ягоды и, в общем, другие дары природы, да, которые нам позволят получить интересный очень продукт. Да, конечно, есть и такие любители, когда все делаешь сам. Также есть эссенции, это концентрат, и с помощью них вы тоже можете готовить любой напиток, и получается очень круто. В общем, подводя небольшой итог, можно сделать по-настоящему уникальный продукт, так ведь? Конечно, можно сделать абсолютно уникальный продукт, а еще на сайте kolba.ru есть конструктор этикеток. Там можно сделать этикетку своего дизайна, распечатать и наклеить на бутылку. Такой напиток и подарить не стыдно. Мы можем просматривать, какие дизайны делают на посетителей сайта, и там очень много различных вариаций, люди что-то придумывают, очень много на подарки делают этикеток. Все очень классно выглядит. Благодарю за эту информацию. Евгений Хомяков, эксперт-консультант магазина «Колба». Ну и осталось напомнить конкретные адреса магазинов. У нас в Кирове есть два магазина «Колба». Один находится по адресу Октябрьский проспект, 139, а второй – Ленина, 12. Приходите, будем рады видеть всех. Спасибо. Полезный город.